Строительная индустрия Узбекистана – одна из самых активно развивающихся отраслей экономики. В честь огромной армии работников стройиндустрии закон установил профессиональный праздник – День работников сферы строительства, который отмечается второе воскресенье августа. Праздничную дату утвердили в 2017 году указом президента Шавката Мирзиёева. В развитие строительной индустрии страны большой вклад вносят также предприниматели Самарканда, под руководством которых работают сотни тысяч работников, вместе создавая ряд грандиозных и уникальных строительных объектов. Одна из таких успешных строительных компаний – Enter Engineering. Стройкомпания занимается реализацией крупных проектов. На данный момент работники трудятся над строительством туристического комплекса вдоль Грибного канала в Самаркандском районе, модернизацией международного аэропорта Самарканд, реконструкцией одного из священных мест в исламском мире, комплекса Имама Аль-Бухари и многим другим. Только на строительной площадке турзоны трудятся около 5600 рабочих. Администрация холдинга организовала для своих работников настоящий праздник. Выступая с речью, хаким Самаркандского района Насыр Мавлянов зачитал поздравительное письмо главы области Эркинджона Турдымова, адресованное всем работникам отрасли. Çin kalbimden tabriklayman. Özbekistanımızın yangi kıyafasını barpo etiş, vatanımızın yüksek terakkiyatını taminlash, hayatımızı yanada obod ve farovon etişte sizler singari mohir quruvchi ve muhandisler, usta ve memorlar, loyihachi ve pudratçı tashkilotlar vakilleri, minglab bunyodkor insanların olijanob mehnatini hiç narsa bilan baholab bo'lmaydi. Bugungi qutlug' ayyom Kuruluş sahası hadımları günü vilayetimizde keng nişanlanayotgani hem halkımız ve devletimizin sizlerge bugün samimi hürmet ihtiramıdan dalalat beradi. Şunu Allah'a takdirleş gerek ki, bana şunda kıyın vaziyette, pandemiya şaraitinde hem iktisadiyatımızın yetekçi sahalardan bulgen kuruluş, bunyodkorlik işleri cadal suratlarda devam ettirilmoqda. Bu yıl Kuruluş sahası için ötken yıllarga nisbatan her tomonlama sinovli ve gayet mas'uliyatli davr bo'lmoqda. Aynı vaqtda ulkan kuruluş maydoniga aylangan viloyatimizda quruvchilarimizning o'z kasbiga mehri, burchiga sadoqati, g'ayrat, shijoati bilan ishlar jadal davom ettirilmoqda. Enter Engineering kompaniyasi tomonidan viloyatimizda ulkan turizm markazi, shuningdek Samarqand shahrida Samarqand Xalqaro aeroportining yangi terminal binosi bunyod etilmoqda. Shuni ishonch bilan aytamanki, mazkur obyektlarning qurilib, foydalanishga topshirilishi samarqandliklar hayotida unutilmas tarixiy voqea bo'lib qoladi. Aziz quruvchilar, barchangizni kasb bayramingiz bilan yana bir bor tabriklar ekanman. Ezgu faoliyatingiz va shaxsiy hayotingizda yangidan yutuq va omadlar tilayman. Xonadonlaringizga doimo tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka yor bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'ling. Erkinjon Oqbutayev Turdimov, Samarqand viloyati hokimi. С профессиональным праздником строителей поздравил также руководитель строящего туристического комплекса Уктам Латыпов. Всем нам хорошо известно, что правительство нашей страны в лице нашего многоуважаемого президента Шавкат Мировоныча уделяет особое внимание вопросам городостроительства и строительства крупных промышленных объектов. Мы отчетливо чувствуем силу поддержки руководителя страны в осуществлении крупных промышленных проектов, что это безмерно радует нас и вдохновляет на новые достижения. Вот слова нашего президента о нас. «Поистине трудно переоценить значение вашего». Многих тысяч умелых строителей и инженеров, архитекторов и мастеров, представителей проектных и подрядных организаций, благородного труда в создании нового облика родного Узбекистана, развитии благоустройства страны, обеспечении благополучия нашей жизни. Ваш труд – основа жизни нашего государства. Пускай сооруженные вами здания будут надежными и крепкими, а ваша жизнь
наполнит добром, радостью и счастьем. Стоит особо отметить и тот факт, что руководство группы компании Inter Engineering на самом высшем уровне проявляет заботу и внимание в целях создания достойных рабочих и бытовых условий многотысячной трудовой команде компании. Примите поздравления с профессиональным праздником от имени руководства группы компании. Давайте все вместе продолжим творить и созидать, украшать этот мир ради общего блага и процветания. Пусть новые горизонты в профессии будут безграничными, еще более интересными и перспективными. Пусть работа приносит радость, а дома ждет семья, которая гордится и во всем поддерживает вас. Желаем, чтобы каждый новый объект был предметом гордости, а новый день приносил еще более интересные и значимые задачи. Живите, стройте, созидайте! Байрамдар, блядь! По завершению праздника отличившихся работников поощрили профессиональными наградами и памятными подарками. Абдалиев Олмырза Ахмедович, бронкун маскат шекленген джамияты устасы. Брюханов Юрий Анатольевич. Тохтаев Низамыддин Нурмахматович. Шайдуллаев Улугбек Розыкулович. Ашуров Алимардон Ахронович. Акромов Нодир Нозымкулович. Аллаёров Ойбек Турсунович. Вафоев Азамат Ахмедович. Генес Онорлу, Inter Engineering Сингапур монтажчысы. Олқышларыңыз айса. Также в честь строителей устроили праздничный концерт с участием самаркандских артистов. Hacer